Выйти из незнакомого леса – задача, с которой справится далеко не каждый профессионал, не то что обычный человек. А особенно осенью за грибами в неприветливый зеленый мир отправляются десятки людей. По статистике, в России ежегодно пропадают без вести более 70 тысяч человек. Заблудиться в лесу, как оказалось, довольно легко, достаточно уйти со знакомой тропы. А вот что делать дальше, многие не знают. Алексей – доброволец поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Он постоянно участвует в поиске пропавших людей как в лесных массивах, так и в городских джунглях. Наша съемочная группа ушла как можно дальше в лес, и мы задали Алексею единственный вопрос. Мы заблудились. Как быть? В этот момент самое главное – это не поддаваться панике. Никуда-то бежать в лес, там, где моя тропинка, здесь я шел или там. Нужно спокойно становиться на месте и понять, проходил ли это дерево, оглянуться, посмотреть. Посмотреть на ориентиры, на просеку, не сходить с нее. С телефона следует сразу же позвонить по номеру 112 и сообщить спасателям как можно больше информации, когда вошли в лес, где, как одеты. Любая информация сможет помочь. Уходить с места рекомендуется только в крайнем случае. Следует обращать внимание на все. Тропинки, отметины на деревьях, провода. Если никаких ориентиров рядом нет, то стоит попытаться их поискать. Грибники постоянно берут с собой нож. Следует оставлять зарубки на деревьях. Если ножа нет, можно класть еловые ветки вдоль своего маршрута. Тогда поисковики смогут найти человека по этим следам. Также стоит обязательно обращать внимание на звуки. Это может быть железнодорожные звуки, да, там гудки, сигналы. Это может быть лай собаки. Самые распространенные звуки – железнодорожные и автомобильные. Однако Алексей сказал, что к любому походу в лес нужно готовиться заранее. Перед походом в лес человеку, во-первых, необходимо предупредить своих родственников, друзей о том, куда вы собираетесь, в какую местность, то есть на сколько вы идете примерно. Обязательно обозначьте свой маршрут. Сколько вы будете в лесу, в какой лес пошли. С собой нужно взять герметичные пакеты, бутылку с водой, питательные батончики и заряженный телефон. Пакеты нужны на случай дождя, чтобы не промокла техника. Питательный батончик – основной источник глюкозы. Надевать одежду камуфляжных цветов, зеленого или черного, не стоит. Тогда человек сливается с окружающей местностью. Это осложняет поиск пропавшего. С соблюдением этих элементарных требований безопасности человек будет полностью готов к походу. И в случае непредвиденных ситуаций его будет несложно отыскать. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».